привет, друзья! Замечательная погода, осенний солнечный день. Я решил заскочить в лавку удовольствий в гости к Александру. Александр Манек, кто знает, пишите, ставьте лайки. И сейчас заглянем, что там у него есть, посмотрим на новиночки. Я знаю, что у тебя монета вышла. А это что, да, меня видно, ля, какая у тебя камера, привет! Ну ты, чтобы ты себя видел. Как... Смотри, какая у меня вышла. Ага, ух ты, тут вообще не похож на себя, конечно. Да, это я еще когда черный был. А, слушай, ну это дорого стоит, наверное. А что, я тебе не давал два Манека? Нет, сейчас как раз приехал обзор записать. А, обзор, так ничего себе, уже 200 тысяч исполнилось больше месяца назад. Леша приехал в лавку. Это тот человек, который живет в Харькове. Так. Люди с Лондона приехали за этой монетой. Тише, давай по новой. Итак, у тебя сегодня исполнилось 200 тысяч на канале, расскажи мне. У меня сегодня, два месяца назад, исполнилось 200 тысяч на канале. Вот тебе монета, снял бы, чтобы про нее отдельный обзор. Итак, друзья, вот смотрите, вы спрашиваете, какой он английский чекан. Вот это вот не он. Это не он, но очень похож. Ничего себе, ты когда держал такой чекан, я тебе специально щит сделал большой. Вот это щит, я бы сказал, да, действительно. Класс. Что за металл? Золотая... Она даже выдумывается. Медь золотая. Ага, слушай, я такого не видел еще. И что тут у тебя написано? Значит, делаем краткий обзор. Написано 2021, Украина, маленький YouTube канал. Угу. Ну, что еще? Ну все, чумачечий канал, все как обычно. Какой тираж у тебя на такого? Как обычно, 100 штук. Я же сказал, не буду ее делать больше. Их не будет больше, поэтому у меня всегда осталось будет по 100 штук. У меня осталось 6 штук. Люди некоторые купили даже по 10. Приятно. Спасибо подписчикам. Первую партию распродавал долго. Видел, у тебя такая полоска на... Первую партию распродавал долго. Вторую партию тоже еще чуть-чуть осталось. Монеты 1 манек вообще уже больше нет. Вот. И приятно еще, знаешь что? Что мы же разыгрывали те монеты, которые в единственном экземпляре. Помнишь, я тебе говорил, да, да, что банк сделал для меня там две монеты, а в этот раз вообще одну. Так вот, первую монету, которая в единственном металле, купили за 600 гривен. Одну. Угу. А следующую за 2000, представляешь? Осталось вот теперь, то есть... Когда я распродам все монеты 2 манека, сделаем розыгрыш еще 2 манека с перевертышем редким. Поэтому... Скажи, пожалуйста, что у тебя по украинским монетам интересного? Вот недавно видел, у тебя было 180 градусов гривна. Или это был фотошоп? Здравствуйте! Нет, у меня все есть. Леш, я устал тебе напоминать. В этой лавке, это тебе не Нацбанк. Здесь есть все. Понимаешь, это там ты можешь эррор, ошибка 404 крутиться, правильно, Мишань? Да. Вот, пожалуйста, Миша даже приезжает снимать редчайшие монеты. Показать тебе перевороты? Я покажу тебе перевороты. Смотри. Вот, допустим, переворот. Володимир Великий. Все перевороты? Нет, не все. Вот это очень редкая монета, которая называется... Аверс, реверс. Только ее надо очень быстро прокручивать. Ее нельзя останавливаться на гурте. Ага. Вот такая монета. Итак, у нас первоапрельская монета. Настоящий, да? Посмотреть какой-нибудь аверс. Но я таких, кстати, не видел. Именно оригинальных. Таких хулиганов. Я видел другие хулиганки. Не надо. Это просто силуничка. Мне не надо. Конечно. Саша, сколько такая стоит? Такая монета стоит где-то 2000 гривен. Угу. Спасла кому-то жизнь эта монета. Да я думаю, это вряд ли. Хотя да, судя по тому, как... Еще три отверстия в человеке было после такого калибра. Да. Угу. Я вижу английский чекан, но это уже неинтересно, мы уже посмотрели. Нет, на тот чекан. Ух, слушай, у тебя так подборка. Да. И копейки, и все, что хочешь. И посмотри, это... Как это, жалко, что не биметаллическая. Да. Слушай, у тебя какой-то прям мастер. Сейчас я тебе еще покажу, подожди. Это не про чекан? Ну да, это такое. Фуфломицин называется. У меня есть 3 рубля 58 года, 12 тысяч долларов.
Угу. Я, блин, сегодня забыл. Думал, но он не увеличивает у тебя эта камера? Нет, так, к сожалению, GoPro, она нужно, нужно вот именно вот так проводить, я понял? Ясно, нормальный. Не то, что... Съел твою монету. Ты сожрал монету? Ребята, Артём! Она была в единственном экземпляре. Но... Я евро съел. А, просто... евро съел, евро можно. Я ему евро разрешаю, а гривна была в магазине только одна. Ну, она была одна и теперь, говорит, еще дороже стала. Ох, класс. Я видел, это и еще, Леш, смотри, я теперь король хейтеров, ага. Показал монету, представляешь, попалась на сдачу, ребята, вот кто не верит, посмотрите, гривна обычная вот такая, видишь, размером, а это мне попалась, ага, на сдачу, я покупал конфеты, и женщина дала мне на сдачу, здесь тоже, посмотри, какой чекан. Какой гурт, елки-палки. Это не английский, жаль, даже, жаль, не английский, а да. Великобританский, понял, здесь видишь, сколько вдавленностей, вот. И а гурт какая? Здесь ты вот проверял ее на золото? На гурте стоит, кстати. Вот не верят, говорят, не настоящая. Но она же стоит, ага, на гурте. Вот, поэтому... Нет, она невкусная на самом деле, ужасная. Она нужно проверить такая... на зубку, на золото. Я вдруг попробовал. Она золотая. А где твои отпечатки? Или ты парочку попробовал, которые были до этого? Просто мне на сдачу, я никому не показывал, ты первый, Леш. Просто на сдачу дали еще и евро. Причем с редким наплывом металла. Слушай, ну это прям серьезно. Нужно срочно ехать. Леш, показать еще монету редчайшую? Давай. Смотри. А, это с твоим портретом, я видел. А ты такой, где ты такой? А ты мне показывал когда-то. Да не мог я тебе такой показывать. Это подписчик сделал, который делает... Забыл, как называется это творчество на монетах, резьба. Представляешь, это он взял, вот видишь, вырезал, медь туда влил. Вовка написано, да? Вовка. Да. Да. Только с ошибкой, не как-то сверху. Лавка. Указано вместо Вовка. Ага, слушай, класс. Слушай, ну носит, я так понял, носит тебе все, что хочешь тут. Вот монетки фуфлыжные, бракованные, не настоящие. Ладно, нахрен делаем. Да, да. Смотри, что появилось. Ага. Раз. Ёлки-палки. Ребята, скоро ждите на обзоре. Сейчас прикупим. Может, хватит мне денег на такое. Вот тебе от лавки удовольствия подарок вот такой вот. Ух ты, что с ходом такое? Тигра. А травашка? Да. Дедушка Мороз. Чем, какой там дед? Вот маленький, вот. Смотрите, это как 200. Это мило. Новый год скоро, и вот такие красоты. Класс, год тигра. Супер. Все, больше ничего нового нет? Лёх, шо, у нас вот такие вот монеты, такие монеты. У нас столько нового, да ты такого и не видел даже. Но в любом случае, друзья, хотел сказать, что к Саше всегда приятно заглянуть в гости в лавку. А это сейчас я вам показываю фрагмент из моего нового видео, предыдущего, из музея. Друзья, настоящий исторический музей, в котором мне подфартило побывать. Я познакомился с ребятами, которые ведут свой канал на YouTube. Зайдите, посмотрите выпуск. Нереальные, крутые, оригинальные вещи. И мы разыгрываем билеты в музей и копию серебряника Владимира. В прошлом видео перейдите, обязательно посмотрите, поддержите его лайком. Сложный, интересный ролик. И до встречи в новых видео. Спасибо, что смотрите, поддерживаете лайком. И до новых встреч, друзья. Пока.